Біз бүгін сіздерге біздің жаңа сервисімізді таныстырмақшымыз. Бұл жобаның атауы 10 мың шыңқыр 100 күнде бітеу. Атап айтатын болсақ, біз арнайы телеграм-бот құрдық. Сол телеграм-бот арқылы қаламыздың әрбір тұрғыны өзінің өтінішін осы шыңқырлар жөнінде жолдай. Біз оған міндетті түрде жауап береміз. Және сол шыңқырдың бітелуін біздің тұрғындар бізбен бірге қадағалайтын болады. Бұл, былай айтқанда, үлкен цифрлық серпін біздің жұмысымыздағы. Және бұл барлық жұмысты қадағалауға және анализ жасауға бізге мүмкіндік береді. Мы сегодня презентуем наш проект, наш сервис новый, который называется 10 тысяч ян за 100 дней. Вы знаете, что весенняя пора, очень много бывает вопросов, жалоб, просьб. Мы создали специальный телеграм-бот, где каждый житель может отправить свою просьбу именно по ямам. И мы должны эту яму закрыть с помощью наших подрядных организаций. Все подрядчики, они находятся сегодня здесь. Мы по нашему алгоритму довольно долго готовились к этому. И сейчас хотим презентовать и с сегодняшнего дня начать эту работу. Сейчас я выбрала, получается, полностью прошла прошаговую инструкцию. То есть изначально мы пришли на место, указали верное место. Вот мы находимся, прикрепили геопозицию, указали все свои данные. Самой ямы. После фото самой ямы указали фото примерное, ну то есть Ульбинский мост. Еще одно фото. Вот, описали, где Ульбинский мост, крайняя полоса. По факту вот номер обработки 156. После сбора всех заявок можно создать заказ-наряд на исполнение подрядчику.